Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на нашу домашнюю кухню. Если вы ищете интересное, простое в приготовлении блюдо с морепродуктами, то богатая ароматами и вкусами паста с креветками – это то, что вам нужно. Это блюдо подойдет для тех, кто хочет поставить на стол что-то неожиданное, что-то превосходное. Нежный вкус креветок делает блюдо элегантным. Оно прекрасно подойдет как для праздничного стола, так и для использования каждый день. Берем петрушку и мелко ее нарезаем. А стебли петрушки нам еще пригодятся. В разогретую на среднем огне сковородку я наливаю оливковое масло и зажариваю дольку чеснока. И как раз сейчас я добавлю несколько стеблей петрушки. В сковородку насыпаю немного перца чили. И наливаю буквально чуть-чуть горячей воды. Стебли петрушки и чеснок отдали свои ароматы маслу, и я их убираю. А в сковородку наливаю резанные, чищенные томаты из банки. Теперь мне надо все посолить. Готовить томатный соус я буду периодически помешивая где-то 10-15 минут. Вода в кастрюле закипела, и теперь мы будем варить спагетти. Открываем пачку, берем приблизительно 200-250 граммов спагетти, соль, солим воду большим количеством соли. И кладем спагетти. Варить спагетти мы будем периодически помешивая до состояния полуготовности, или, как итальянцы говорят, до состояния аль денте. А доводить до полной готовности мы их будем уже в сковородке вместе с соусом. И пока спагетти варятся, мы берем очищенные, мытые креветки и кладем в соус. Все перемешиваем. А еще мы к креветкам натрем немного цедры лимона. Цедра лимона прекрасно сочетается с морепродуктами. Спагетти сварились, и мы их перекладываем в сковородку с соусом. Присыпаем наше блюдо ароматной петрушкой. И все размешиваем. Буквально пару минут, и у нас все будет готово. Вот такое яркое, красивое, вкусное и ароматное блюдо приготовили мы. Ну а я, дорогие друзья, сегодня прощаюсь с вами. Если вам понравился этот наш рецепт, то ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Пока!